Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про таракатума. Таракатум – крайне распространенная для содержания в аквариуме пресноводная рыба из семейства панцирных сомов. Отличается неприхотливостью и миролюбивым характером. В естественной среде обитания таракатумов можно встретить в водах Южной Америки. Таракатум имеет длинное, сплющенное с боков тело. Голова у этой рыбы массивная, около рта расположены две пары усов. Окрас у таракатума в большинстве случаев варьируется от светло-коричневого до черно-бурого. Существуют таракатумы-альбиносы, у них окраска белая с розоватым оттенком. Таракатумы неплохие сомы, интересный вид у них, похож на чем-то, похож на клариса. Это вот из раздела усатых свободно плавающих сомов. Но при этом он во взрослом размере он редко вырастает больше там, 15 сантиметров. То есть это в основном как 10-15 сантиметров взрослый размер. При этом у него рот довольно маленький, поэтому он безопасен для большинства среднего размера рыб. Таракатумы не агрессивные подводные обитатели, они хорошо уживаются с мирными, спокойными аквариумными рыбками. Их лучше держать группами от 3-5 особей. При одиночном содержании у таракатума может быть стресс. Так рыба безопасна для всех, кого не может проглотить. Это значит размер больше 2 сантиметров. Не территориальная, не агрессивная. В смысле территории, охраны территории, поэтому может содержаться в общем аквариуме совершенно спокойно. Растение не подкапывает, не портит. Уход за таракатумом не сложен. Необходимо обеспечить качественную аэрацию, фильтрацию в аквариуме, поставить плотную воздухопроницаемую крышку. Также нельзя забывать о регулярной подмене воды минимум один раз в неделю. Кроме этого, нужно позаботиться о том, чтобы питание таракатума было сбалансированным. Питается обычными стандартными кормами для общего аквариума. Сухие корма, замороженные корма. Правила содержания для общего аквариума подходят для них. В температурном режиме это где-то 25-28 градусов для него подходит. Средняя продолжительность жизни таракатума составляет 8-10 лет. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!